Ксения Тихонова. Давайте подведем итоги второго периода. Игра СКА «Сибирь». С нами защитник, которого я очень редко вижу дома из-за хоккея, Виктор Тихонов. А почему не забили гол? Потому что, в общем-то, я наблюдала раньше совершенно другую игру. Видишь, мне сегодня днем плохо покормили дома. Давайте поговорим о другом хоккее. Завтра у нас намечается совершенно другая игра. А у нас тренировка «Льва». И, в общем-то, вы в курсе, что вы заводите его сами туда? Куда? На тренировку. Я буду тренером? Нет, ты водителем будешь завтра работать. Я буду водителем завтра. Я тоже это умею делать. Спасибо вам большое. Удачи в третьем периоде.